Привет! Сегодня мы будем пытаться почистить гранат. Как мы это видели на многих видео, делается надрез вот здесь, вот, сверху, там где шляпка. Я надеваю специальные перчатки, потому что гранат очень пачкает руки. Как-то там снимали эту шляпку аккуратно. Аккуратно. Но у меня аккуратно не получается, у меня получается неаккуратно. Так, уже два зернышка у меня отвалилось. Пытаемся снять дальше шляпку. А так как у других она снималась, у меня так не снимается. Но что-то тут появляется. Так, смотрим. Нет. Это папа. Это папа. Ой, ой, ура! Все-таки получилось. Как красиво. Сейчас посмотрим. Отличнейший гранат. Теперь, там блестит. Теперь было нарисовано. Встань, пожалуйста, ровно здесь. Было написано, что надо по вот этим вот прорезям, там, где его перепоночки, надо было вот так вот разрезать. Попытаемся. Здесь вот перепоночка. Здесь мы тоже начали резать. Не дорезали. Ну, мне кажется, получается. Попробуем, да, уже. Так, а теперь надо было его расшатать чуть-чуть. Сейчас будем пробовать. Или в серединку засовывать, чтобы... Да? Может, действительно так попробовать. Ага. Пробуем. Итак, момент истины. Опа! Так, ну, пополам мы его раскрыли. Это уже хорошо. Так, ну, я бы сказала, что сейчас упадет телефон. Я бы сказала, что у нас получилось, правда? У нас очень даже неплохо получилось. Сейчас падает телефон. Да, этот способ действительно работает. Упадет телефон в гранаты. Да. Теперь будем чистить так. Спасибо. Спасибо за просмотр. Ставьте нам лайк. Подписывайтесь на канал. Ты хочешь, чтобы подписались или нет? Хочу. Хочешь? Все. Спасибо. Пока. Всегда нажимай.